в наших руках. И начали мы матч, в общем-то, неплохо, забили гол, но быстро пропустили, это немножко надломило. В общем, сейчас ребята успокоились, стали играть в хоккей, не просто бегать, и от этого, в общем-то, игра наладилась. В составе появляется много игроков молодежного хоккейного клуба «Клин». Как все-таки к этому относитесь? Считаете ли, что эти ребята, в принципе, в ходе сезона могли бы принести пользу? Ну, я думаю, у «Клина» хороший резерв был, судя по тому, как ребята выступили в первые свои дебютные игры. Трошин забил гол, и, в общем-то, сейчас они неплохо выглядят. Как бы, я думаю, что они будут прогрессировать, и у них будет больше получаться, прибавится уверенность, и они будут показывать хорошие. Yeah.
каждое очко это на вес золота. Сегодня просто это, могу одно сказать, это стыд и срам, просто позорище. И я хочу извиниться перед своими болельщиками, которые приехали сюда за свои деньги, болеть за нас, но мы показали просто ужасающий хоккей. По-моему, соперник переиграл нас во всем. В тактике, в катании, в мышлении, просто во всем. Знаете, немножко с коллегами соглашусь. Соперник первый период прилично выиграл. В принципе, более-менее равная игра была. Просто нам удалось использовать свои моменты, там уже где-то, может быть, и кураж какой-то пошел. Конечно, насчет реабилитации это болельщик. А мы со своей стороны только благодарим нашу поддержку. Мы выходим сейчас на каждую игру, стараемся играть красиво для своих болельщиков. Даже много критики, я знаю,